Итак, привет, дружище. Короче, у меня плохие новости. Мне снова придется, к сожалению, моему превеликому донатить в эту гребаную игру. Прям вымораживать. Надо как-нибудь назвать видео. GG, суки, разводят на донат. Я не знаю. Не знаю, как это объяснить. Короче, я в прошлом видео, когда типа готовился к прокачке лисы, я забыл про один очень немаловажный факт. Мне не хватит книжек. Мне не хватит книжек, чтобы ее прокачать. Вот в чем проблема. И тем более не хватит книжек на остальные какие-то вещи. Я просто привык, что этих книжек у меня всегда в изобилии. Но на этот раз как-то не фартануло, не повезло. Пацан к успеху шел, и грусть, печаль, тоска. Начали ломать голову, что выгоднее взять, чтобы там как-то книжки получить и так далее. И все равно пришли к выводу такому, что выгоднее всего будет взять именно... за 2000 выгодно взять. Отсюда книг может, конечно, нападать мое почтение, да? Ну ладно, не суть. Короче, все-таки пришли к выводу, что выгоднее будет взять турнир героев. Ну-ка, сейчас мы перейдем. Елочка, тащи. Елочка, тащи, давай. Давай, елочка, тащи. Отличненько. Ну давай, сейчас затянем. Сейчас затянем, давай. Барт ушат его. Барт ушатал. Теперь я заберу не один камушек, а заберу целых два камушка. Получить. Ладно, не суть. Короче, пришли к выводу, что книжки вот из тех акций, что есть, там совокупность, да, я не знаю, когда вы увидите это видео. Из тех акций, что есть, выгоднее будет взять именно, короче, за 700 рублей пак. За 700 рублей пак, там, где дают по 200 книжек. То есть 1200 книг. Плюс мне дадут награду замковладельца, там по 60 сундуков, оттуда еще книги получу. И можно надеяться на какой-то бонус на хватайке. Короче, вот такая вот фигня. Просто я сейчас реально за эти последние дни столько... Это дофига очень вложил в эту ерунду, короче, денег. Все, и больше не буду, потому что хватит. Мне реально надоело. Вот. Потом снова ухожу в завязку. Знаете, там, наверное, какой-нибудь... Короче, надо будет челлендж какой-нибудь замутить мне. Типа, все, князь перестает на очень долго донить. Хотя, опять же, перестану донить, и, елки-палки, силы вообще не будет расти. Ладненько, друзья, не суть, короче. Усаживайтесь поудобней, покупаем эту ерунду и снова надеемся. Снова надеемся на хватайку. Очень жаль, что я в прошлом видео потратил, короче, в прошлом видео 5 жетонов, которые мне выпали. Так, окей. Это, ребята, плохо, потому что сейчас могут выпасть еще 5 жетонов, и тогда буду кусать локти. Тогда буду реально кусать локти. Налетело мне самоцветов. Налетело мне книжек. Слушайте, неужели я лоханулся? А, это ежедневный бонус, это понятно. С этим все хорошо. А с чем я лоханулся? Подарок замковладельца. Стой, или я их уже открывал? Подожди. Банка с самоцветами 166. Ну-ка, сейчас я проверю. Если эти есть, то мне уже дали, значит, я... Короче, что-то у меня фейл за фейлом с этими донатами гребаными идут. Не, ну стой. Банок с самоцветами... А, вот, все, дали. Дали. Дали, вот, по 60 сундуков. Окей, слушай, самоцветов будет мое почтение. Ну-ка их откроем. 8000 самов. Так, 550 тысяч кулаков. Но это уже для прокачки питомцев. Сейчас пойдем в хватайку и там еще будем надеяться на удачу. Так, окей. Единственное возможное, знаете, что профукал? Настолку. Настолка еще есть. Да, вот настолку, сука, профукал. Вот это, конечно, обидная фигня. Ладно, идем тогда в хватайку.
Идем тогда в хватайку. Короче, какая-то дичь получается. Снова у нас две попытки. Ну, блин, если хотя бы 10 жетонов выпадет, уже счастье будет. Давайте, ребята, две попытки. Да! Ну, хоть не 5, ну, хоть не 5. 5, ребята. Но я говорю, это супер облом. Зря я потратил прошлые 5 жетонов. Это супер облом. Просто жесть. Ладно, короче, ну эти камушки тоже мне нужны. Окей. Вот я вам о чем и говорил. Знаешь, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорится. Так, ладно, дальше. Пакет накопления. О, мы пакет накопления можем собрать. Ну, здесь как бы... Ну, ладно. Ну, ладно, пускай. Пускай это потом как-нибудь пригодится. У нас остается вот, типа, такой вот пакет накопления. Ну, здесь как бы, ладно, здесь мимо. И вот везде они суют этих сраных суперпитомцев. Господи, этих суперпитомцев я уже... Мое почтение, друзья. Так, ежедневный бонус. Не, ну зато я ежедневный бонус забрал. Так, потом здесь еще 2000 заберу. Потом пятый день 300 книг. Ну, книг я подкоплю, окей. Книг я подкоплю. Настолку мы благополучно профукали. Ладно, не суть. Идем дальше. А, ну, тут мне, как обычно, не повезет. Ну да. Супер награды, супер локация. Придумана для лохов. Просто IGG, мое почтение. Реально. Просто нету слов. Так, окей. А, собери сам, это мы были. Что у нас тут еще по акциям осталось? Временные акции, хватайка. Войди в игру, получи приз. Давайте сейчас получим какой-нибудь невероятный приз. Окей, вы получили руну таланта. Ежедневный бонус, цветущие бонусы. Ну что ж там. Может там что-нибудь вообще упадет когда-нибудь. Давай там уже. О, 1500 значков почета. Спасибо вам, IGG. А, вы получили реанимация. Сет 5 уровня. Разбей яйца, давай. Ну, там сейчас что-то невероятное будет. Две попытки, ну-ка. 200 кристаллов, IGG, вы прям не перестаете радовать. 300 самоцветов. О боже, большая выгода. Кстати. О, это еще одна топовая акция от IGG. Вот, и пошли они с ней в одно место. Базар, пакет, ну и короче, как бы это все. Значки почета получили. Просто я иногда, конечно, поражаюсь. Окей, книг 4000. Это уже, то есть я могу на максимум прокачать лесу. И еще что-то у меня останется. Но у нас же есть сет пятой ремки. Пятого уровня. Вот. Воу-воу-воу. Как же это круто и замечательно. Сундук гильдии. Эй-эй. Давай дальше. Так, ну, окей. Эти камушки потом когда-нибудь уж точно пригодятся. Так, отсюда нам падает по 30 книжек. Отсюда нам падает 100 книжек. А у нас книжек 4... Ну, давай, до 5. До 5000 вряд ли мы нафармим. Ой, давай, полетели. Чё, книжки вообще не падают? 120 упало. Так, 90. 210 книг упало. Окей. Давай отсюда посмотрим. 200. 500. Ну, слушай, с этих сундуков прям хорошо. 500, 900, 1000, 1200, 1400. Блин, а если бы хватайки, я бы, блин, в хватайке я бы наварился. Слушай, а вот сейчас уже под 6000 книг. Вот сейчас уже замечательно. А вы прикиньте, сколько книг можно получить, если, к примеру, это не то, пакет накопления... Короче, вот, 180. 180 сундуков открыть. Вот вообще хорошо, замечательно было бы. Супер набор, окей.
Ну что, наверное, на этой ноте, ребята, будем заканчивать это видео. Короче, пипец, блин. Два дня подряд выходит видео, как я почти впустую трачу деньги. Вот, я обогащаю этих жуликов китайских, короче, сингапурских, вот, сволочи. Вот, вонючки. По-другому вас назвать не могу. Но зато, как бы, мы сможем нормально, полноценно... полноценно нафармить, короче, прокачать лесу на максимум. И еще даже книжек и камней нам хватит, чтобы прокачать каких-то других героев. Но на этом уже точно все. Я закругляюсь с этим донатным говном. Донатить больше не буду очень долгое время, потому что, ну, too much. Too much, согласитесь. Вот. Ну, как бы обидно, конечно, и силы расти не будет. Ладненько, на этом все. Пожелаю вам всем большущей удачи. Спасибо, кто досмотрел видео до конца и поставил лайк. Всем пока.